В Саранске прошла 79-я городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Участие в ней приняли команды высших и средних учебных заведений республики, крупнейших предприятий региона, а также ветераны спорта. Университет выставляет две команды. Перед соревнованиями проходил отбор на стадионе «Старт». Ребята бежали прикидку, и, соответственно, по результатам прикидки мы распределяли спортсменов, кто пробежал получше в первую команду, соответственно, кто показал результат хуже, во вторую команду. Состав команды 14 человек, из них 8 ребят и 6 девочек. На данный момент ребята все находятся на пике своей формы. Они ездили перед этим на сборы в Кисловодск. Сбор длился 21 день. То есть они провели большую подготовку к этим стартам. В итоге первая команда университета МГУ-1 взяла золотые награды в забеге среди команд вузов. Бронза у МГУ-2. На пьедестал поднялась и команда факультета довузовской подготовки. Она заняла третье место в забеге среди среднеспециальных учебных заведений.